Народ, всем привет! Сегодня пятница, и я решил немножко поработать на Дурдаше. У меня не было скеджела, было написано, что сейчас бизи, получилось взять буквально на полтора часа скеджел. Если будет еще бизи, то просто буду продлевать свой скеджел, чтобы сегодня поработать и посмотреть, сколько можно заработать в пятницу. А сейчас я взял первый заказ с Taco Bell на 7.56.8 миль, по-моему. Я его взял, посмотрю, для начала пойдет неплохо. Так что let's go. Надеюсь, сегодня будут хорошие заказы. И посмотрим, сколько можно будет заработать. Погнали! Очень медленно, сделал только один заказ, уже успел поправиться, машину помыть, и у меня через 4 минуты заканчивается вот этот мой первый скеджел. Попытался взять, но ничего не было. Не знаю, посмотрим, как дальше пойдет. Let's go. Ох, и жара сегодня. Все, взял пакован. Сейчас будем отвозить. Это наш 4-й заказ сегодня, по-моему. Slow, очень медленно. Классно только что сделал заказ на $12. Чувак дал 10 баксов типе. Были бы все такие заказы. Окей, народ, долгое время не было заказов. Я заезжал домой, там сидел, просто отдыхал. И сейчас 5 часов вечера. И сейчас я взял 2 заказа. Один с Grubhub, другой с DoorDash. На $12 каждый. И сначала поедем, сделаем дордашевский заказ, а потом поедем, возьмем заказ с Grubhub. Потому что они всегда в основном намного дольше делают еду, чем на Дурдаше. Так что let's go, погнали. Hey, I have DoorDash for Larry. Thank you so much. Stacy? Yes. Perfect. Thank you so much. Yeah, have a good day. Thank you.